Так. Здорово, чё там? Здорово, здорово, Ламберт, здорово, Вормунд, здорово, Челядь, здорово, Инферно. Всем здорово. По-моему, хорошо лисичку занефили, да? Я пока не смотрел, вообще не смотрел. Вообще без понятия, что там. Так. Давай читать. Балансировка гончих. Множество мелких изменений. Перебалансировка кланов, поскольку мы делаем это доступно для рейтинговых игр. Идея этих изменений заключается не только в том, чтобы усилить самые сильные элементы, но и в том, чтобы сбалансировать некоторые элементы, которые кажутся недостаточно используемыми по сравнению с другими элементами. Так. Много словоблудия. Например, мы делаем лисью шкуру менее прочной, чтобы сделать волчью шкуру более интересной, и мы уменьшаем исцеление от кровожадности. Одновременно увеличивая скорость исцеления, взамен усиливаем способность к исцелению от кабаньей шкуры, чтобы стимулировать использование ее для компенсации. Так, very interesting. Very interesting. Start with. У берсерков теперь есть максимальное количество ресурсов, которые они могут собрать за один раз, поглощая душу. Максимум 80. Стой, подожди, это у каждого сейчас максимум 80 ресов, которые они могут собрать? То есть хорошо, мы можем собрать максимум 80 еды, а 80 голды разом мы можем собрать? Если можем, ну какая хрен разница от вот этого 80 макс? Так мы просто йотунов будем на голду резать и все. И валик будем на голду резать. Ну и что это за хрень? Blood First. Так, первый скилл. Кровожадность. При получении боевого опыта восстанавливайте 40% его по мере увеличения запаса здоровья. Изменили с 40% на 30%. И увеличили скорость от хила. То есть хила в целом меньше, но скорость от хила больше. А они в курсе, что это говно работает во время файта. И теперь оно будет хилить вдвое быстрее во время файта. Хорошо. Юниты. Лисичка. Так. Уменьшили атаку, есть 14 до 12,5, то есть, короче, ДПС чисто срезали немножечко. На втором левле замедление, максимальное замедление, уменьшено с 50% до 20%. Огромное, блин, вам спасибо. Спасибо, это именно то, о чем я писал. Спасибо огромное, разрабы. Спасибо огромное. Каждая атака замедляет цель на 10%, и это уменьшили до 7,5%. То есть за 3 тычки теперь... Можно, в принципе, максимального капа в 20% достигнуть. Хорошо. Но у нас все еще есть обилка третьего левла, которая снова режет скорость, но уже не на 25%, а дополнительно только на 15%. В общем, с суммарного 75% замедления нам сделали суммарное 35%. И входящий дэмэдж... С 50% уменьшили до 35, до плюс 35% на за третий левел вот этой вот охотничьей метки. Ну, в целом, хорошее изменение. Лисица требовала нерфа. Это правильно. Посмотрим на практике. Так, медвежья шкура. Обилка второго левла. Теперь уменьшает нам атаку тех, кого мы лупим. С 35% до 25%. Это не очень много. И насколько мы знаем, оно накидывает по 10% за каждую копию. То есть у нас просто как будто бы забрали одну копию щита прямо сейчас из вот этого всего. Просто забрали одну копию, уменьшили это на 10%. Но мы можем точно так же второго щита взять, и они в сумме будут давать снова 35%. Накинем третьего щита, он будет давать 45%. Со стадным инстинктом. Вивхорд инстинкт. О. С помощью стадного инстинкта каждая дополнительная медвежья шкура уменьшает ее не на 10%, а на 2,5%. Вот это правильно. Вот это хорош. Они тоже требовали нерфа, они тоже очень лютые были. Тоже требовали нерфа. Так, все правильно.
Обман смерти делает первого погибшего юнита в зоне непобедимым, ну, неуязвимым на 6 секунд. Понерфили до 3 секунд. Вот эту ерунду. А можно с него автоматически таргет переключения еще добавить? Можно вот это сделать? То, о чем все писали, нет? Ну, просто уменьшили с 6 секунд до 3. Окей. Добавляем 2 щита, там 4 секунды неуязвимости. Все равно, типа, ну, блин, клик происходит в этого юнита. Он же просто втанчивает, ну, 50 юнитов он себя втанчит на все 3 секунды. Если нет автоматического переключения клика, он всю армию может втанчить противника. Если они не мигрят. Идиотизм полный. Походу, это не изменили. Так, шкура кабана. Восстанавливая здоровье, он восстанавливает раненых на 1 хп в секунду. Теперь там 1,5 хп в секунду стартовая. И там еще по плюс 0,5 хп за каждого последующего кабасика. Главный нерв не лисичек. Хай, привет, удачного стрима. Привет, что там, собаку пофиксили? Да, собаку фиксили. Пофиксили, прямо сейчас смотрим. Она уже, вот этот патч, он уже в игре прямо сейчас. Уже прямо сейчас можно играть. И собаку добавили в рейтинговые игры. Так что можно в рейтинге обузить. Ну, короче, пассивный хил усилили. Пассивный хил кабанчика еще лишний раз усилили. Хотя, по-моему, он не нуждался в усилении вообще. Вообще не нуждался в усилении. Давай, третий левел обилка. Что у нас тут есть? Кабан жертвует не 75% своего здоровья, а 60%. Действует не 5 секунд, а 4. И как бы переконвертирует это в отхил не в 100%, а в 200%. Ну, то есть, ну, короче, суть обилки была в том, что кабан просто забирал у себя здоровье и раздавал это же здоровье, как бы, в коэффициенте 1 к 1 всем берсам вокруг. Теперь он у себя режет меньше хп, а раздает вдвое больше. То есть его обилку, ну, типа усилили, и работает она меньше. Не 5 секунд работает, а 4, то есть хилит еще быстрее. И она работает во время файта, опять же, я повторюсь, вот с этим отхилом, который тоже усилили. Ну, они, короче, блять, вообще полностью усилили все хилы, какие можно было. Хотя, по-моему, это не нуждалось в изменениях. 500 славы. Берсеркеры могут прокачаться до 7 уровня. Для каждого дополнительного уровня требуется не 200 очков опыта, а теперь 250. То есть у нас 750 экспы на 3 левле. Чтобы нам берса поднять до 7, раньше было типа 1550 экспы, а теперь будет 1750. То есть на каждого надо будет на 200 экспы больше набрать, на каждого берса. А это, между прочим, много. Это реально много. Это не просто так сделать. Сейчас как будто бы фарм-карта будет работать больше на 6 левел почти для большинства. 7 левел будут получать исключительные берсы. Ну, посмотрим, как это будет работать. Будет все зависеть от карты, насколько большая карта. То есть маленькая карта, фарма нет, ну все, пиздец. Будет там 5-6 левелы. Большая карта, на Monster Stair можно нарезать нейтралов еще каких-нибудь там. Если их много тоже, то там, конечно, все 7 левела будут. Теперь кабаны имба. Играем 6 кабанов и 2 щита? Да блин, как будто бы, пацаны, нет. Ну, как будто бы... Щиты все еще имба. Лисички, спасибо, что порезали. Вот они теперь не имба, их можно использовать чисто одну. Такую техническую одну лисичку. Просто чтобы ходить собирать голду. Может быть, вторую лисицу добавить, чтобы тоже собирать голду и прокачать ее вместе. Вот, но большую ставку делать на... медведей и на волколаков с 3 левлом обилки. Conquest Battles. Ну давай, что у нас там? В связи с некоторыми отзывами, которые мы получили о том, что вторая битва за завоевание клана была слишком сложной по сравнению с предыдущей, мы меняем ее на другую. Что-то там поменяли. Я конквесты не играю, мне not interesting. Так, тут у нас что? Визуальный сигнал о кровожадности на полосках здоровья был переработан, чтобы быть более четким и вызывать меньше путаницы.
Некоторые игроки думали, что он будет работать как щит, и, например, предотвращать получение урона. Да, я тоже изначально так думал, но потому что мы все из мобильных, ну, не из мобильных, из моба игр, из всех других игр, мы привыкли к тому, что вот этот белый участок ХП всегда работает как барьер, так называемый. Это просто буферное ХП, которое не является твоим ХП, которое просто сверху тебе накидывается вот просто так. Это щит, как угодно. Теперь можно удалить душу животного с арены, чтобы в некоторых случаях игроки не застревали, и им не приходилось разрушать здания. Вот за это тоже спасибо огромное. Порой из-за ошибки ты просто вынужден резать это животное каким-то другим берсом, чтобы получить рез, снова сливать еще одного посила, чтобы получить душу, и уже потом конвертировать как бы силача. Так. Врата Хельхейма изменили, ну-ка. Врата Хельхейма. Мы добавляем новое правило в зону Врата Хельхейма, чтобы решить проблему, связанную с тем, что некоторые кланы получают слишком большую выгоду от появления валькирий, вместо того, чтобы испытывать на себе их влияние. Убийство павших валькирий у Врат Хельхейма и последующее призывание их вратами при колонизации больше не дают опыта военному делу и не вызывают никаких эффектов при убийстве. Кровожадные гончие, кладбище орлов, военные трофеи волков, трофеи рыси и так далее. Господи, спасибо. Господи, наконец-то это сделали. Блин, Хартман, ты просто легенда. Хартман, легенда. Какой же ты красава, что написал об этом разрабам. Хартман лучший. Тупо в соло затащил. В соло затащил блядский мид. Победа знаний. Непосредственный прирост знаний накапливает знания, веру в монумент и победу. Руины. Warcraft с быком. Начало со львом. Поглощение души в кабане шкуре гончих. Тайники орлов и так далее. Лор Виктори. Я не очень понимаю. Они добавили то, что, типа, любой источник лора теперь идет именно вот в победу лорну. То есть до этого не было? То ли я не замечал, то ли что? То ли это никто не использовал? Но теперь, типа... Насколько я понимаю, любой источник лора, какой бы ни был... Откуда бы ни получался лор, откуда бы он ни приходил, если у тебя стоит вот этот монумент богов, он весь лор пойдет именно туда. Возможно, раньше был баг, и лор уходил не в монумент. Уходил, ну, просто в науке. Хорошо. Баг фиксы. Ох, ё. Здесь много. Гончий исправлен, свет отображаемый в радуше конквеста. Исправлена ошибка, из-за которой души животных из последнего бонуса завоевания поглощали древесину. Разрабы прислушались к мнению игроков, это дорогого стоит. Да, разрабы молодцы, молодцы. Исправлена ошибка, из-за которой контрольная группа не действовала на берсерков после перехода из формы драчуна. Исправлена ошибка, из-за которой драчун в кузнице не возвращался в рабочее состояние после завершения всех работ по созданию кузницы. Исправлена ошибка, из-за которой берсерк, захваченный драконом, не получал 200 очков славы за душу берсерка. Исправлена ошибка, из-за которой Бравлер не добывал славу на столпе славы в миссии завоевания славы викинга. Исправлена ошибка, из-за которой Драчун не добывал еду в хижине целителя. О, кстати, хорошее изменение. А будет ли он добывать там на 50% больше еды? Если он будет добывать там больше, это абуз прикольный. Исправлена ошибка, из-за которой скандалист. Драчун не добывал расплавленные камни в миссии завоевания осколки несчастья. Исправлена ошибка, из-за которой бункер Силос не увеличивал добычу пищи для силача. Склады не работали на силачей, вы знали? Я вот узнал сейчас. Сейчас узнал. Гончая, исправлена ошибка, из-за которой кровожадность не срабатывала при краже совой, змеей или мимиром.
Кровожадность не срабатывала при краже совой, змеей или мимиром. Теперь будет работать. Теперь сова, змея и, в общем-то, все, у кого есть мимир, могут забрать с гончей эту науку и просто, ну, по факту, вечный гибер себе боевой сделать. Сильная штука. Наверное, даже одна из самых сильных наук вообще, в принципе. Исправлен сбой, когда два юнита погибали во время боя в лагере... Ну, на цирковой арене, короче. Исправлена ошибка, из-за которой кабанья шкура умирала при использовании своей способности третьего уровня, когда была разблокирована медицина. Блин, то, что он умирал от собственной обилки, это было на самом деле так грустно. Там надо какую-то приписочку сделать, чтобы он этого не делал. То, что у него была обилка, типа, теряет 75% своего здоровья. Ты ее прожимал во время боя, и он просто дох. Его хоть не били, но он просто сдохнет мог, если ты ее на пол хп прожил. Исправлена ошибка, из-за которой лисья шкура не применялась в нужный момент. Исправлена ошибка, из-за которой драчон или берсерк мог быть назначен в другой военный лагерь. Исправлено ограничение на количество участников драки в производственном здании, позволяющее увеличить количество рабочих. Исправлен сбой какой-то. Какой-то сбой. Исправлен сбой при убийстве врагов в зоне Игдрасиля в миссии завоевания Мидгарда. Исправлено, что драчун застревал в лагере драчунов при загрузке сохранения. Им надо, кстати... подкинуть еще в баг-репорт ту самую ситуацию, когда Торфин херачит по лагерю, в котором дерутся драчуны со своей билки Рама, и они просто умирают, они просто пропадают, и они как бы они пропадают вообще из всего, то есть они числятся в сервере, как будто бы они там на самом деле есть, этот тайл лочится, ты ничего не можешь оттуда никуда дальше выйти, но юнитов нет, и ты не можешь их убить, их не существует просто. Короче, очень странный баг, надо им тоже об этом писать. Недавно у нас была очень редкая ситуация, но если она возникнет, пиздец. Исправлена ошибка, из-за которой хозяин мог управлять гостевым отрядом в месте завоевания эры вампиров. Эра вампиров, прикольно. Известные проблемы. Последний конквест бонус, что-то там. Так. Душа гончей... лисы, вызванные из мертвого берсерка, меньше, чем обычно, в лагере драчунов. Да плевать вообще. Ну чё, это все? Все? Все просто небольшие цифровые изменения. И больше ничего нет? Здорово, Бобрик. Здорово, Хэт. Мимир не такой сильный, как ты думаешь. На эко-кланах он работает не так, как на гончих. Гончие делят экспу между чифами, и потому все хилятся. У эко-кланов экспа не делится, а достается тому воину, который убил. Он-то и будет хилиться. Точно. Спасибо, Ранс. Спасибо. Тогда я... Ну, как говно. Ну, тогда говно. Полное. Тогда полная хрень.